армянский эксперт опасается, что у России хорошие отношения и с Турцией, и с Азербайджаном. И в этих отношениях могут быть выставлены на торги интересы Армении. Вне всякого сомнения, что важнейшие и предметные рычаги урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта находятся в руках Российской Федерации. Особенно если речь идет о будущем Карабаха. Об этом заявил армянский политолог Армен Багдасарян. С другой стороны, по словам политолога, не следует забывать, что существуют также проблемы урегулирования армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Передает Азия АС со ссылкой на армянские СМИ. В этих вопросах для нас очень важны роль позиции Запада. Хотя мы понимаем, что в армяно-азербайджанских отношениях, а более конкретно в работах по делимитации и демаркации, у России также гораздо больше рычагов, чем у Запада. Во всех случаях роль Запада в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией должна быть для нас важной. Почему? Потому, на мой взгляд, неразумно надеяться в этом вопросе только на посредничество российской стороны, сказал Армен Багдасарян, выразив мнение, что у России хорошие отношения и с Турцией, и Азербайджаном. И в этих отношениях могут быть выставлены на торги интересы Армении. По словам политолога, именно поэтому нужно сбалансировать отношения с Россией и Западом. Однако, конкретно в вопросе Карабаха, сохранение этого баланса невозможно, поскольку обеспечение его безопасности находится в сфере полномочий России, сказал политолог. Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат сопредседателей Минской группы, то не позволили бы себе пренебречь одобренными всеми государствами-участниками мандатом. Она также отметила, что российская сторона, как никто другой, заинтересована в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.